Очередной творческий эксперимент в Малом драматическом. На камерной сцене сегодня премьера спектакля «Вакханалия. Пастернак» по мотивам знаменитого романа «Доктор Живаго». Режиссера постановки Валерия Галиндеева интересует не столько сама литература, сколько восприятие современниками автора, атмосфера вокруг книги. Показать ее, а также разобраться в тонкостях отношений между творцом и обществом – главная задача фестиваля исследования под названием «Да не судимы будете», который стартует в МДТ. В процессе подготовки спектакля, кроме текста самого «Доктора Живаго», использовали личные письма, дневники, рецензии и другие документы тех лет, так или иначе связанные с романом. Лидия Корнеевна Чуковская, 6 февраля 1947-го. Пришла с работы домой, стала собираться слушать Пастернака. В 6 позвонил Борис Леонидович, велел спускаться. Мне показалось, что еще важнее, что за вопросом отношений творца и общества есть более важный и более тонкий вопрос – это взаимоотношения произведения. Авторы уходят, произведения остаются. И если они остаются, они великие произведения. Спектакль по Пастернаку – первое подобное исследование. Идея провести такой фестиваль принадлежит художественному руководителю МДТ Льву Додину. В Театре Европы также планируют показать путь литературных произведений Байрона, Цветаева и Бродского.